Да, привет, друзья. Вот я книжку пишу, я тут буквально кусочек маленький, страничку там вам прочитаю. Сейчас как раз с нашей Нелли Зариповой разговариваю. Я потом ей передам этот ролик, она послушает, потому что она будет способствовать тому, чтобы эта новая книжка наша вышла. Ты творец судьбы. Когда знаешь о нулевом состоянии для использования энергии стресса. Книга для здоровья, долголетия и творчества. Да. Введение. Книга посвящена тому, как найти, сохранить и реализовать себя в многообразном, сложном мире, в современном мире. Вы сами в жизни до всего дойдете, потому что вы человек творческий. Я только помогу сократить время. Потому что таким, как вы, я уже был, а таким, как я, вы еще не были. Я счастливый человек, независимо от того, что много лет как стал инвалидом, не берег себя с детства. Во мне было много энергии, мне казалось, что я со всеми проблемами справлюсь. Хотя и было такое ощущение, что смерть за моими плечами. Видимо, из-за родовой травмы, потому что когда я не досыпал, то жил через силу. Хотя в юности я умел так хохотать, что мне друг сказал, что если бы он умел так искренне смеяться, у него бы и проблем не было. Книга отличается от всех предыдущих моих книг тем, что рассказывает еще более простым и доступным языком, как использовать энергию страха, стресса, боли для здоровья и созидания. Более простым языком, потому что за эти годы инвалидности я помогал и многим инвалидам, выводил их из самых сложных ситуаций, и мой язык отрабатывался, становился все доходчивее. Если бы Будда, например, так умел разговаривать, то уже тысячи лет назад люди стали бы умнее. А сегодня, к сожалению, войны и кризисы, как и потребность в лекарствах, показали, что мир мало изменился. Хотя много есть мудрых учителей на планете, в самых разных странах и областях жизни, которым пора бы наконец объединиться. Потому что есть такие сложные вопросы, которые решаются только силами объединенного человечества. Любое переходное состояние в истории человечества является условием неопределенности и точкой бифуркации, как и подростковый возраст человека. Чтобы обрести себя, нужно быть осознанным, то есть понимать, для чего что вы делаете и какие следуют последствия из каких причин. Обычное нормальное для себя состояние человек никак не ценит. Тогда как нормальное состояние есть бесценное состояние. Именно это надо запомнить. В нормальном состоянии себя надо запомнить, а для этого надо заякорить сигналом условного рефлекса на будущей ситуации стресса, чтобы иметь эталон для возвращения в нормальное состояние. Это так же важно, как нота ля для настройки пианино. Нулевое состояние, которому мы обучаемся в этой книге, для этого. Это состояние глубокой душевной безмятежности с отключением внутреннего диалога, который есть проекция общества в человеке, имеет великий потенциал для развития. Пользуясь нулевым состоянием, можно резко повысить свою обучаемость, тренируемость, восстановимость. Якорение этого нормального состояния нужно сделать для повышения эффективности саморазвития, любого обучения, тренировки и лечения. И мне тут письма пишут. Мудрые, красивые слова вызывают отклик в душе, включают аналогии и так далее, и так далее. И все меня хвалят. Я такой расхваленный. Вот при всем моем состоянии, я такой счастливый, я так благодарен всем, читающим эту книгу, и тем, которые невольно поработали над созданием этого произведения, потому что эта книга поможет многим. Поможет многим, потому что там самым доступным образом сказано такое,
обращено внимание на то, что когда человеку плохо, он забывает о том, что все время плохо не бывает. Он забывает о том, что он умеет уже снимать стресс. Ему кажется, что в этот момент вот то, что он знал, ему не поможет, потому что именно сейчас все падает у него из рук, ему так плохо. Естественно, он забывает, и поэтому нужно заякорить нормальное состояние, как сказал, как ноту ля для настройки пианино. Так вот этому посвящена книга. И поскольку я не хочу больше заботиться, получать от каждого разрешение, печатать его имя для издательства, которое требует этого, я просто пишу, без всяких имен, пишу тексты, обращенные ко мне, и мои ответы. И вот эта книга до такой степени удивительная, что я сейчас читаю этот текст, вот эти пару страниц для нашей Нелли. И она послушает это и скажет, получится это как книга или не получится. А я уверен, что получится, потому что только сейчас, час назад, мне пришлось помочь человеку выйти из глубочайшего стресса, который знал им этот ключ. Но когда ее накрыло, когда она не спала несколько ночей, потому что муж попал в больницу, и вдруг у нее опять паника, она все забыла. И я ей опять рассказывал, что надо, во-первых, делать раз, два, три, четыре, пять, шесть эти все пункты. Она все опять записала. И она, когда сделала шалтай-болтай, и когда она сделала разбузилки на память, вот эти пальчики, она успокоилась и говорит, теперь я буду делать. А я ее спросил, а чего же ты так это не сделал? Ты же все знал. Поэтому, друзья, знать мало. Надо выработать навык. И для этого существует нулевое состояние. А для этого существует эта книга, чтобы вы могли сделать то, что не мог сделать в свое время Будда. Иначе бы мир был сегодня совершенно другой. Слова. Сначала было слово. А здесь, в этой книге, они доходчивы, чем это было тысячи лет назад. До встречи, друзья!